Привет всем, друзья! А вы знали то, что можно в вашем смартфоне усилить сигнал связи и интернета? И при этом при всем не нужно идти к мастеру. Сейчас посмотрим, на сколько делений работает антенна. В данный момент антенна не полностью заполнена. Я покажу, как очень просто исправить это. Со смартфона необходимо чехол снять. Теперь понадобятся ножницы и фольга. Ножницами необходимо вырезать по размерам смартфона небольшой кусок фольги. Фольгу необходимо вставить в чехол, как показано на видео. При необходимости края фольги загнуть. Смартфон вставить в чехол. Должно получиться вот так. Таким образом мы сделали нехитрую антенну для приема сигналов телефонной связи и интернета. Теперь на антенне все деления полностью горят. Таким образом мы усилили сигнал телефона. Если вы не верите, попробуйте, и вы удивитесь. Кому видео понравилось, оцените лайком, не забудьте подписаться.